одной стреляют, я одна. Вот. И так стреляли, а я в этот день пришла, стреляли, я даже внимания не обращала. Как-то вот я, ну, знаете, как вроде бы вот меня кто-то оттуда вот охраняет. Вот. И я ей говорю, что, Ань, я буду ходить, хотя я крещеная, но я ходила в ту церковь. Ну, вернее, я не ходила, честно скажу. Ну, как-то попыталась, думаю, ну, уже ж восьмой десяток, надо ходить. Но я пришла, и знаете, мне было плохо там. Я не знаю, почему. Мне до такой степени плохо было, что я вот так вот, понимаете, я сознание теряла. И мне одна женщина вывела и говорит, это, говорит, наверное, не твое. Не знаю, почему. То ли, может, это что, кадило вот это было в руках у этого батюшки, я не знаю. Но мне было очень плохо. Я несколько раз пыталась, плохо мне было. А сюда пришла, и вот песни же были, все. Мне здесь очень понравилось. Это когда были песни... У меня слезы сами лились, но мне было так светло и радостно почему-то. И еще, это самое главное, когда говорили, кто хочет покаяться, вот, я сидела вот, вот там, вот на том сиденье, и кто хочет покаяться, выходите. Но долго никто не выходил, потом все-таки вышли, то стали на колени вот здесь. Я вот сижу, да, вот так вот, сидит женщина рядом со мной, сумка вот возле меня. Я вот пытаюсь встать, а меня назад кидает. Я вот так вот, я несколько раз так было. И вот это, я говорю, что делать? Аня говорит, ну выходи. А я опять вот пытаюсь и что-то назад вот так вот у меня. Почему? И вот здесь как будто бы, знаете, вот как ангел какой-то вот такой, ну, нормальный какой-то, я не знаю, бог или ангел какой-то. Вот тянет, а тут как, я не знаю кто, как бес что ли. И вот так вот, раз я назад падаю, что это? А мне так хотелось выйти. А потом я так что-то, мне такая мысль была. Думаю, возможно, это потому, что я только пришла, скажут, вот, пришла и встала тут на колени перед всеми. И они спрашивают, может, мне надо несколько раз прийти сюда? Меня могут и не принять сразу на покаяние, это вот, за грехи простить. Не, я понимаю, что да, я грешна, но в каком плане? Что это такое было с ней? Это дьявол. Вот здесь вот так вот, а здесь вот так вот. Садись. Это дьявол пытается через... Чтоб не пустить меня, да? Нет, ну я ж ту церковь не предавала, ничего. Я туда, я жару, да, три раза я посещала, и три раза мне было плохо. Я выходила, я мне, ну, думаю, ой, Боже мой, хоть бы не упасть. Просто покаяться тяжело, покаяться тяжело.